И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами, как всегда, Куинка Престос, как всегда, на моем канале. Первый трейд на сегодня, ну, тут только Steam Helper, спасибо большое, считает просто офигительнейшим просто образом, считает. Человек просит себе дохренище реалом в плюс, не знаю почему, за что, типа, ну, вот реально, за что здесь такой плюс он просит, за размен, так я могу тебя не разменивать, все, до свидания, как бы. Следующий любитель, не знаю, там, побиться головой об стену, еще что-то, не знаю, с чего он решил, что 268 рублей, это как 2747 рублей, ну, просто, наверное, нолик не дорисовал, он не понимает, он думает, что 0 это ничто, да, это не число, ни туда, ни сюда, на 0 нажать и делить нельзя, типа 0 вообще не роляет. Именно такие, я думаю, у него ассоциации в голове. Следующий наглядный пример, что будет, если в раннем детстве вас очень любил отчим сзади обнимать и повредил вам мозг через задний проход, потому что, ну, опять же, аниме на Ави, вот такой вот огромный плюс он себе просит. Видите, то есть смотрите, логика. Здесь человек себе просит в плюс, потому что я ему размениваю. Здесь человек просит себе в плюс, потому что он мне разменивает. Вот вопрос, кто из них прав? Ну, по факту прав вот этот человек, но по факту мне нахрен такие трейды не нужны, типа, камон, зачем мне уходить в минус, чтобы что, чтобы зачем? Типа, я не смогу себя разменять в плюс? Могу, размениваю, умею, знаю, практикую. Следующий скам-трейд, это Катавица 2014, на таком скине она ничего не стоит. Запомните, вот видите, да, допустим, скин стоит 112 рублей. Значит, 1% максимум, даже 0,5% от каждой наклейки. Если бы вот эта же наклейка, допустим, была наклеена на, не знаю, на ВП графит, допустим, да, ну, более-менее такой ценовой сегмент, там уже можно было просить 10%. Это просто скам, это реально скам. Если вам предлагают такие, да, трейды, и вы видите, ой, наклейка, Катавица 2014, ой, мать, сейчас заживем, откроем бизнес, там, да, купим тебе тапки и так далее. Нет, народ, это так не работает. На дешевом скине даже самая дорогая наклейка будет стоить очень дешево. Даже если бы тут был Титан Катавица 2014 холла, ну, хотя, наверное, если Титан Катавица на этом скине, наверное, бы это и стоило вот этого. Но так, чем дешевле скин, и какая бы на нем дорогая наклейка ни была, она обесценивается. Please, bro, please! Я не понимаю, народ, если что... Вот никнейм пробейте по IP-адресу, может у него там, извиняюсь, какие-то семейные баталии, там отчим его слишком грубо имеет, на сухую, и он просит это помощи, типа, опять же, бро, не брат ты мне, гнида черножопая, типа, сфига ли, вот просто. Человек просит подарить ему 17 тысяч рублей, 17 тысяч рублей, 17 тысяч рублей это почти моя месячная зарплата. Человек просто просит подарить ему мою месячную зарплату. Да, я, конечно, ну, брал, когда он был дешевле, но, опять же, я его не зря брал. Здесь адекватный трейд может быть, но, камон, нахрен не дота меня. А следующее, опять же, аниме на Ави. Вот я в очередной раз убеждаюсь, что все, у кого аниме на Ави, это клеймо, что этот дегенерат. Конченый дегенерат. Смотрите, то есть оперативник на оперативника, ну типа это нормально, М-ка на М-ку. Ну, что мне не нравится, да? Подумаешь, 5 тысяч на 16,5 тысяч. Да какая разница? Оружие-то одинаковое. Как это правильно сказать? Играющая противоположная сторона контртеррористам тоже подходит, да? То есть, ну все же подходит, ну подумаешь, что цена разная. Ну подумаешь, 10 тысяч человек все просят плюсом, ну, а какая разница? Ну, разные скины, но оружие-то одинаковое, я же ничего не потеряю, наверное, на этом. Следующий, опять же, любитель, я не знаю чего, я вообще трэжусь на CSGO формулах, я не понимаю, как эти, блин, животные с говном на аватарке, полное говно с камеры, просто опущенные с камеры, я так их теперь буду называть, для меня команда Na'Vi, она просто умерла. Заскамить русский трейд комьюнити на 4,5 мульта долларов, это просто скам. Так что Na'Vi, это теперь конченая помойка, это мое мнение, можете с ним не соглашаться, можете в комментариях написать, что автор козел, да и сам я помойка, и контент мой говно, но это скамеры, а скамерам я желаю только одного, смерти им и их матерям. Вот можете прям симпл вот это вырезать и скинуть, если он, пускай прям симпл, и всем остальным молодцы, заскамили русский народ на 4,5 миллиона долларов, и потом с этих же денег вас, надеюсь, перестреляют свиньи. Снова аниме на Ави, здесь вроде бы как, тут типа чел не так уж много просит плюс, но это дефолтное убийство, я посмотрел, убийство 0,1 стоило бы вот этих предметов, а так эти перчатки стоят дороже, чем этот ножик. Ну, не дороже, а... Короче, если обменять эти перчатки на этот нож, я все равно не уйду в минимальный свой процент при трейдинге. Поэтому, естественно, такой обмен отклоняется. Так что, Na'Vi, давайте. Вот, желаю удачи, чтобы вас ваши же в затылок и застрелили с этого оружия, на которое вы накупите свои армии. Ладно, все, извиняюсь. Ни слова о политике больше, ни слова о политике. Все, давайте, народ, извиняюсь. Меня что-то понесло просто реально. Когда такая команда скамит, блин, русское комьюнити на 4,5 миллиона долларов, а это именно скам, кто скажет, что они потом вернут? Да не вернут они ни хрена, это дело замнется, еще что-то, может, какому-то проценту вернут, но не всем. Ладно, народ, на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы посетить новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем Porsche, подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!